Замечательное поздравление, искренние, чуткие и сердечные слова самым любимым женщинам, женам, мамам, бабушкам, дочерям и сестрам прозвучали во Дворце культуры профсоюзов. На праздничный концерт здесь собрались руководители предприятий, специалисты и активисты, женщины, чьи вклад и достижения в работе профсоюзной организации невозможно переоценить. Мы все-таки считаем, что у профсоюза женское лицо, потому что подавляющее большинство членов профсоюза – это женщины. И самое важное, что у профсоюзного актива, то есть вот тех плеч, на которые тащится эта общественная работа, это 90% женщины. Поэтому абсолютно очевидно, что реализуется этот замечательный проект в преддверии 8 марта «Дарить за счет областного объединения профсоюзов» хорошие, яркие эмоции нашим замечательным, красивым женщинам. Женщина прекрасна сама по себе, но если она еще регулярно уплачивает членские взносы, она просто великолепна. Всех с праздником, счастья, здоровья и удачи. Во время торжества не обошлось без поздравлений и теплых слов в адрес прекрасной половины человечества. Каждая женщина, входящая в зал, получила цветы из рук молодого поколения учащихся кадетов. 8 марта – это очень даже хороший праздник, потому что во всем мире его отмечают. Очень много женщин, их надо поздравлять, потому что это прекрасный пол у нас. Самая прекрасная женщина. Чудесная концертная программа была наполнена уважением и восхищением, неподдельной красотой и силой брещанок. Ведь именно они делают мир вокруг нас лучше и счастливее. Я пожелаю им счастья, здоровья, чтобы все получалось у них и никогда они не болели. Счастья, здоровья, удачи и во всех новых начинаниях. Что хочется сказать? Терпение, везение, любви. Ну и, конечно же, внимание мужчин. Красивая хореография, виртуозная игра на музыкальных инструментах и вокальное исполнение – все это в честь самых красивых и умных, амбициозных и творческих, самых дорогих и любимых брещанок. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Итоги недели.